слушали о том, что Бог Отец, Творец, сотворивший небо, землю, святой, пречистый, который не приемлет ни капли греха, ни тени греха, прощает нас грешных во имя Иисуса Христа, Сына Своего Единородного. И как-то вот мне это стало понятно, что мы прощены благодаря тому, что Иисус Христос умер за нас. И ради этого Бог нас прощает. Знаете, когда я работал дальнобойщиком, как-то дальнобойщик из рации, много общается там по рации. И когда говорят, ну ладно, там, не с Богом, не до свидания, Бог говорит, удачи. Удачи, да? Что такое удача? Это случай. Случайность, да? Повезло, не повезло. Но мы, верующие в Иисуса Христа, верующие в Бога, знаем, что случайности не случайности. И удачи как таковой не существует. Все в руках нашего Господа и воли Божьей. Я хочу спеть псалом, кто вы все знаете, но я его очень люблю, потому что, несмотря на все, что происходит в моей жизни, я все равно возвращаюсь в Дом Божий. Потому что это единственное место, где действительно есть все. Люблю Господь твой дом, чертог любви твоей. Люблю я церковь из людей, искупленных Христом. Люблю я церковь из людей, искупленных Христом. Люблю предвечный Бог, я церковь твой алмаз. Ты как зрачок у чистых глаз хранишь ее порог. Зрачок лучистый глаз хранит ее порой. Оценки дорогой, собрание душ живых, заикаю сердцем и душой, всегда в мольбах своих.